Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Сри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Сри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Джану Самаюктам Бинда Банам Манухара Ванша Калпатаруваша Кипасинду Певача Патитананг Павани Бхавайшнавибхьо Намо Намаха Мукхан Кароти Вачаланг Пангунглам Хайтагирим Ятки Патамаханг Банде Парамананда Мадвам Бриндави Тулсидеббай Пиявай Кесава Сача Кришна Бхакти Паде Деви Саттаваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарунчайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тату Джайо Мудира Санкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагодваруна Дхейям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Тетхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Ветатихам Панатапалья Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ят Пада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджита Кимапикапавадушвадарши Пурнанурагара Сасагара Сарамурти Сарадхикамай Када Кипам Крос Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сри Аддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхита Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Аджану Ламбита Бхужау Канука Бодату Санкиртаной Капитару Камула Ятакшо Вишам Бару Диджавару Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рама Рама Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дадаси Ниттам Бхавану Рупенна Саданаранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибушихи Тобама Бхагам Нараяно Прияманангу Мада Пахарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджасва Бадане Лакшмир Джасва Чавакшаси Джасьясти де самбихи твам нишингамахам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Нам Санкиртанам Джасса Сарва Папапанасанам Пранам Дукшасанам Саманам Танг Намами Харим Парам
Нама Санкиртанам Ясу Сарва Пап Панасанам Пранама Дукша Шаманам Тангнама Михарим Парам. Гаудия Гоштипати. Гаудия Гоштипати. Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал. Дарсиман Махапрабху wanted to enlighten Sankirtan Jagyagni in Siva's Angan. Махапрабху начал Санкиртана Ягью в Шривасангане. And those devotees, they going to dedicate their life. Преданные, которые посвятили свою жизнь Санкиртана Яге, и являются гаудиями. Гаудия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру told. Тех, кто этого не сделал, так назвать нельзя. Шрила Прабхупада сказал, что Махапрабху начал Санкиртана Ягью в Шривасангане, а те, кто посвятили свою жизнь Санкиртане, и есть подлинные гаудии. Они и только они. Много раз Прабхупад говорил «Парам Виджаяте Шри Кришна Санкиртан». Absolutely, we are going to glorify. Парам Виджаяте означает прославление Санкиртана Яги. Парам Виджаяте mean in his own, you know, glory, arena. Парам Виджаяте. Шри Кришна Санкиртанам. Попад always glowing, glorifying about Шри Кришна Санкиртанам. Прабхупад всегда прославлял Шри Кришна Санкиртана. Потому что она — это не что иное, как возможность наслаждаться всеми расами Кришны. И никакая другая аватара не дает такую возможность. Только Нанда-Нандана Кришна обладает всеми расами и может вступить во взаимодействие с вами в соответствии с расой, которая присуща вам. Именно поэтому Прабхупад так говорил. Лицемеры не могут надолго остаться в Натха-мандире. Они не задерживаются там. Какое-то время они могут там провести, но затем уйдут. Потому что Натха-мандир, Авидья, Натха-мандир не позволяет сохранять грязное настроение, анья-билаш. Не позволяет находиться в грязном настроении. Именно поэтому лицемеры и не могут находиться там долго. Они могут притвориться на какое-то время гаудия-преданными, но через короткий промежуток времени они убегают. Поэтому Шрила Прабхупад говорит, что Нама Санкиртана означает Кришна Санкиртана. Сегодня Говардхана Пуджа. Вчера я говорил о том, что все дживы, включая полубогов, стремятся оставлять за собой определенные права, то есть определенные возможности. Они не предались полностью, но без полного предания невозможно совершать Кришна-бхаджан. Необходимо
полностью вручить себя Кришне. Отдать все. Отдать свое положение, почет, деньги, да даже тело. Все. Только если вы вручите Кришне все, вы сможете совершать Кришна-бхаджан. В шастрах сказано, что Нанда-Нандана Кришна-бхаджан могут совершать лишь браджаваси, и никто иной. Но если мы будем следовать браджаваси по-настоящему, тогда и для нас это станет возможным. В противном случае мы не сможем совершать бхаджан. Можно совершать яги, повторять мантры и так далее, но Кришна не ответит. В Чайтанья Чаритамрите сказано, что Кам Бичи, Кам Гайтри. Помогает обрести нашу высшую цель. Если вы получаете эту мантру от самоосознавшей себя души, которая от того, кто следует браджаваси, Шринат Чакраварти следовал абсолютным образом читание Махапрабху. Он написал эти строки. Когда кто-то спрашивал, Арадда Бхагаван Бхаджасастаддам Виндаван Рамма Качидупасана Бхаджавади Варгена Джакалпита Симат Бхагаватам Пурана Мамалам Пема Пумарта Махана Сри Чайтанна Махапур Матам Идам Таттарада Махапара. Many times in Chaitanya Charitamrita in different places written. В Чайтанья Чаритамрите много раз упоминается, что какой бы семьи вы ни были, возможно, вы родились в какой-то богатой семье, или вы обладаете хорошей внешностью, здоровьем или хорошим образованием, это не имеет никакого значения. Потому что в Кришна-бхаджане совершенно ничего не значит каста, какие бы то ни было социальные рамки, потому что Кришна-бхаджан — это естественная функция души, но не тела. В Бхакти-расамрита-синду, в Упадешамрите дано много деталей, много вещей, которые проясняют нам процесс, как он должен происходить, у кого можно получить дикшу, квалифицированы ли мы получать в данный момент дикшу, находится ли наш гуру в линии Чайтаньи Махапрабху. Чайтанья Махапрабху показывает нам Рагануга Бхаджан, обучает нас ему. И все эти факторы очень важны. 2-3 дня назад я говорил о том, что то, чем мы сейчас занимаемся, называется Бхаджана Крия. И, соответственно, мы не можем сейчас совершать Садхана Бхаджан. Но когда мы полностью предадимся возвышенному, настоящему возвышенному преданному, постепенно мы достигнем состояния, когда Садхана Бхаджан станет возможным для нас. Но
условием должно быть, главным условием, то, что гуру должен быть чистым преданным, сиддхой. Поскольку если он таковым не является, мантра, которую он дает нам, не обладает силой. То есть наш Гурудев получает мантру от своего Гурудева, и он должен достичь совершенства в ней. В противном случае мантра, которую он дает нам, не обладает силой. Итак, при помощи процесса баджанакрии мы должны избавиться от анартх. Когда мы избавимся от анартх, благодаря следованию Гурудеву, по милости Гуру Вайшнава, в нашем сердце проявится Сваруп Шакти. Когда это произойдет, все наши органы чувств, глаза, уши, будут естественным образом склонны совершать баджан. Сейчас они также склонны к деятельности, тем не менее они не хотят заниматься преданным служением. Но когда мы, когда Сваруп Шакти проявится в нашем сердце, все наши органы чувств, глаза, уши, будут вовлечены в служение Верховной Личности Бога. Полубоги, как я уже говорил, на райских планетах, не все из них татва-вид, не все из них самосознавшие себя души. Но все они склоняются перед нашей гуру-варгой. Наша гуру-варга настолько возвышена, полубоги хотят кланяться Шриле Прабхупаде. Наши гуру-варги настолько возвышены, что их нельзя даже сравнить с полубогами, потому что непонятно, что ждет в будущем полубогов. В соответствии со своей кармой они могут пасть с рая. Сейчас за свои заслуги они достигли райских планет, но из-за каких-то грехов они могут пасть. Кришна говорит, что начиная с Брама, заканчивая насекомыми, все находятся в самсаре. Конечно, мы почтительно относимся к полубогам. Как сегодня мы говорили о Ямараджа Махараджа, когда он перечисляет Бхагавата Таттва Вид, 12 самосознавших себя душ. Ямарадж Махарадж — наш гуру. И он перечисляет 12 личностей из полубогов, которые обрели Бхагавата Таттва Вигьян. То есть это уже подтверждено в шастрах, это несомненно. Тем не менее, о других полубогах у нас нет информации, потому что, как мы знаем, они сталкиваются с проблемами и сами создают проблемы. Притхам Махарадж, к примеру, хотел провести 108 ягий, но Индра уже их провел. Одно из имен Индры — Шатакоти. Шатакрат. Потому что он совершил 108 яги. То есть он поставил рекорд. Он считает, что он сказал, что я больше всех провел яги, и никто уже не сможет меня превзойти в этом.
Именно поэтому он препятствовал Притху Махараджу, когда тот проводил яги, потому что он боялся, что он может превзойти его. И он всячески препятствовал Притху Махараджу, то он лошадей воровал, то еще чинил какие-то препятствия. Сын Притху Махараджа хотел разрешить эту проблему, хотел наказать Индру. Таким образом, у них постоянно возникают какие-то проблемы. Так как сегодня пуджа Гирирадж Махараджа, я бы хотел поговорить о нем. Как Индра Махарадж разгневался? Что произошло, что он разозлился? Он... Прежде всего, надо сказать, что браджаваси каждый год поклонялись Индре, совершая Индра-ягью. Но когда Кришна и Баларам подросли, им исполнилось около 7-8 лет. Всего Кришна провел во Вриндаване 11 лет и 10 месяцев. Потом он ушел, покинул Вриндаван. Тем не менее, мы называем Кришну 16-летним, потому что его тело уже было как тело 16-летнего юноша, несмотря на то, что ему было 11 лет. Итак, когда Кришна спросил отца и старших браджаваси, что происходит, к чему вы готовитесь? Похоже, будет какой-то праздник. Они ответили: «Мы готовимся к Индра-ягье». «А зачем вы проводите?» «Потому что Индра дает нам дождь, а мы зависим от того, чтобы все необходимое росло в полях. И также мы заботимся о коровах. Когда есть достаточно дождя, когда дождь идет регулярно, растет трава, и коровы могут спокойно питаться этой травой. И также благодаря дождю мы взращиваем зерновые культуры. Но Кришна начал спорить. Несмотря на то, что он был маленьким мальчиком, он начал предъявлять аргументы, доказательства, основанные на Веданте. Отец, ну какова же причина, почему вы проводите это Индра-ягью? Ведь все дживы рождаются и умирают в соответствии со своей кармой. Они умирают, а потом вновь рождаются. И это никак не изменить. Поэтому естественным образом вы пожинаете плоды своей кармы. И Индра не тот, кто дает нам плоды кармы. Также и Шанкар Бхагаван не дает. Кто доставляет нам плоды кармы? Сам Бхагаван Шри Кришна, Он и никто, кроме Него. Какую бы ягью, кому бы ягью вы не проводили, Вишну — главный, тот, кому назначаются все яги. А если вы игнорируете его, не получится достичь никакого блага. И порой задают вопросы, почему браджаваси
поклонялись полубогам. Может быть, и мы тоже можем. Дурги, Кали. Но знайте, что Браджаваси даже во сне служат Кришне. Они пытаются доставить ему удовольствие лишь ему и только ему, удовлетворить лишь его. То есть прежде всего необходимо знать и помнить об этом. А если они поклоняются Индре, нужно понять, какой мотив преследуют они, какова причина, скрытая причина. На самом деле они делают это для того, чтобы удовлетворить Кришну. Как я уже рассказывал, 2-3 года назад наша Шачима очень заботится, беспокоится о своем сыне Нимае. Она готовит подношения и предлагает их Деви Ма. Шаштима. Шаштима — это сама Дурга, только в другой форме. Итак, Шачима несет фрукты, разные приготовления, и все это предлагает Шаштима, чтобы ее непослушный сын вырос хорошим человеком. Но и это делает сама Шачима, то есть мать самого Верховного Господа. И она молится Дурге. Но если мы глубоко рассмотрим ее настроение, мы поймем, что она не молится о своем благе. Она молится за своего ребенка. Она просит ее, чтобы он стал спокойным и послушным, чтобы ее сын стал спокойным и послушным. Таким образом, если вы делаете что-то ради Бхагавана, что бы вы ни делали, в этом нет никаких проблем, то есть это благоприятно. Даже если вы будете воровать для Бхагавана, не для себя, это неплохо. Сам Бхагаван говорит об этом. Воровство ради меня, говорит он, не является грехом. В нашем обществе ценится честность, мораль, нравственность, но все это бессмысленно, если это не направлено на Кришну. Ни честность, ни пунктуальность не имеет никакого значения без служения Кришне. Именно поэтому Прабхупад много раз говорил, что я хочу пожертвовать весь мир. Я хочу воровать собственность, воровать мораль, воровать. Я хочу все, что я хочу пожертвовать честность людей, хочу пожертвовать мораль людей Кришне. Потому что это единственное предназначение всего, что есть в этом мире. Единственное предназначение наших денег, наших благих качеств — это Кришна. Все это необходимо направить на Кришну. Но если у меня есть все благие качества, и что бы то ни было еще, все это приравнивается к нулю, если я не направляю это на служение Кришне. Именно поэтому Шачимата поклоняется Шаштима. Когда она идет поклоняться, она боится, что ее сын может увидеть, что она понесла подношение для Шаштима. И поэтому она выбирает тропинку, где она точно не встретится с ним. Она боится, потому что он может забрать и все съесть. Но так оно и происходит. Нимай где-то издалека идет и начинает ее расспрашивать. «Мама, куда ты пошла? Иди домой».
Что у тебя в руках? Ничего у меня нет. Иди домой, сейчас я приду. Нет, я хочу посмотреть, что у тебя там. Иди домой, я скоро приду. Нет, мама, ты должна показать. Еще Шачимата не показывает. Но потом Нимай все-таки поднимает полотенце, которым накрыто, и хватает, и начинает есть. И Шачима говорит, вот вся пуджа напрасно. Глупый мальчик, глупый мальчишка. Ты испортил все мои подношения, которые предназначались для пуджи Шашти. А он отвечает, мама, Шаштима будет так счастлива, если она получит мою учиштху, остатки моей пищи. Что ты говоришь? И она обращается, Шаштима, пожалуйста, прости его, он сумасшедший. Но на самом деле Нимай не врет, он говорит истину. Если посмотрите, в Джаганат-мандире Вишванат, Каши Вишванат, все полубоги, когда прасад Джаганатха выносят с храма, все полубоги нисходят на Нанда-базар, где распространяется прасад, как нищие, как попрошайки, они приходят туда, чтобы почтить этот прасад. И таким образом Шаштима тоже будет счастлива почтить прасад, внимая остатки пищи. Точно так же, когда Браджаваси поклоняются Индре, это не является они Абилашем, потому что их центр — это Кришна, а наш центр — это мы. Поэтому, что бы они ни делали, все делается ради Кришны. Кришна продолжает. Отец, ты говоришь, что Индра может послать вам удачу. Но как это возможно? Ведь есть Верховный Господь, который управляет всем, управляет бесчисленными мирами. Так как же Индра может что-то изменить в твоей судьбе? В соответствии с кармой рождается джива. Джива принимает рождение в соответствии с кармой. Все вершится по карме. И никак иначе. Итак, Кришна привел очень научные доказательства. Кришна и Баларам, основанные на шастрах, Нанда и Упананда. Решили послушать Кришну. Кришна сказал, что гораздо лучше будет провести Гирираджа Пуджу, потому что на горы аккумулируют облака. Где горы, там и облака. Поэтому Гирирадж способствует накоплению облаков. Соответственно, есть дожди, поэтому нужно поклоняться Гирираджу, он помогает нам. Благодаря ему у нас идут дожди, и на нем растут фрукты, овощи, целебные корни, целебные растения. Водопады, пещеры, а наши коровы пасутся на склонах Гирираджа. Поэтому Гирирадж — наше сердце и душа. Сердце и душа Браджадхамы. Поэтому мы должны поклоняться ему. Но как поклоняться? Просто задействовать все, что вы приготовили для поклонения Индре, в поклонении Гирираджу. И они начали поклонение Гирираджу.
Они предложили цветы и гирлянды, подношения со сладким рисом, много-много приготовлений. Предложили Гирираджу. Но между тем они заметили, что Гирирадж все равно, что Кришна. Он явил свое лицо, подобное Кришне, и вкушает все. Они удивились. Лицо у Гирираджа все равно, что лицо Кришны. Когда Гирирадж Махарадж съел все, что принесли Браджаваси, он спросил, еще что-нибудь есть? Деревня, где находится Гирирадж, называется Анор. Анор в переводе означает «еще», «есть что-нибудь еще». Здесь описано Гирирадж Махараджа Лила. So Indra now feeling disturbance. Indra now become very angry. Итак, Индра сильно разгневался. Он подумал, этот маленький мальчишка, подговорил Браджаваси так, что которые столько времени поклонялись мне и убедил их поклоняться Гирираджу. Индра не знал, что Кришна — это сама Верховная Личность Бога. Он так сильно разгневался, что решил разрушить всю Браджа-дхаму. С рая Индра спустился вместе с молнией, на молнии, и приземлился в деревне под названием Бахеш. Он не зашел туда и начал разрушение Браджа-дхамы. Тем не менее, у него ничего не вышло. Бхагаван опи татруйва баладевена саньютаха апашан невасан гопана индра джага критоддаман. When they are watching some special arrangement going on, I already told. So, Krishna and Balaram asking, Gattatam mepitaha kuvayam sambramo ba upogataha. Кингфалам кашу чоддеша, кенуба саддате маха. Why we can arrange this yoga? What is the crime? What is the reason? Finally, Indra Maharaj Upananda, they are going to, you know, speak. Nanda Maharaj speaking, Pajjanno Bhagavan Indro Megahas Tashyat Atma Murtayuho Te Abhivarshanti Bhutana Pranam Jivanam Payoho. We are doing. Сейчас немного возвращение назад. То, что отвечает Махарадж Нанда в ответ на вопрос Кришны, почему они проводят эту ягью. Они изменили свое решение, приняли решение поклоняться Гирираджу. Кришна говорит, только Верховный Господь может давать плоды кармы. Кто такой Индра? Разве он может это делать? Asti chet isvaraha kashit phalo rupini karmanam kartaram bhajate sopi nahi akartut prabhu hi sa.
those who are not doing good activities, and Bhagavan can give their good result, it cannot so happen. According to their karma fall they are giving. So, this way, people are тот, кто не делает хороших вещей, не получит хорошую карму. Поэтому нужно поклоняться Гирираджу. Индра не властен давать плоды кармы. Так, Праджаваси предложили все подношения Гирираджу. Гирирадж все съел, а Индра разгневался. И тут я хотел бы сказать об одном моменте. Ни Индра, ни Варуна, никто из полубогов не лишены ложного эго. Они находятся под его влиянием. В Упанишадах описаны истории, где это подтверждается. Когда полубоги победили демонов, асуров, они часто сражаются, иногда побеждают демоны, иногда побеждают полубоги. Однажды победили полубоги. Они изгнали с рая демонов и возгордились этим. Они думали, мы так сильны, прогнали всех демонов. Мы молодцы. Они пели, танцевали от счастья. Но они не подозревали, кто наделил их силой прогнать демонов. Когда они так возгордились, Бхагаван решил проучить их. Изначальный Брахма принял форму обычной дживы. Никто не мог понять, откуда эта джива появилась здесь, на райских планетах. У нас прежде такого не было. Индре донесли эту новость. Индра сказал, распознайте, кто это. Что это за существо? Они подослали Ваю Девата, бога ветра, чтобы тот распознал, откуда это существо, и спросил, кто ты? На самом деле это был сам Брахма, но он не признался. Он спросил, кто ты? А Брахма вот я сказал, сначала ты скажи, кто ты. Ты что, меня не знаешь? Сказал бог ветра. Я же могущественный Ваю, бог ветра. О, ты могущественный? Что ж ты можешь? Я могу все снести на своем пути. О, правда? И тогда он взял соломинку. Подуй, пожалуйста, на соломинку, сдуй ее. Он говорит, ну что тут делов-то? Он стал изо всех дуть, но соломинка не шелохнулась. Она стояла, как ни в чем не бывало. Ваю был поражен. Я могу своими ветрами весь мир сдуть, но тут какую-то соломинку не получается. Он пошел к Индре, донес ему информацию, рассказал все, что произошло. Я спросил, кто? Он спросил, а ты кто? Тогда Индра Махарадж послал Агнидева, полубога огня.
тот также спросил, кто ты, откуда ты здесь? А это существо вновь спросило, а ты кто? Меня зовут Агнидев. Ты что, не знаешь меня? А что ты можешь? Я могу сжечь, все сжечь, весь мир. А соломинку можешь поджечь? И Агнидев также старался изо всех сил ее поджечь, но все безрезультатно. И он также пошел к Индре, сказал, что у нас ничего не получается, мы так и не поняли, кто это, что это за существо. Поэтому, может быть, ты сам полетишь и узнаешь. Индра был поражен новостями и сам полетел к нему. Но как только Индра полетел, Брама исчез. И тогда Бхагавати Ума явилась на небесах, на небосклоне и сказала Индре, «Ты не знаешь, кто это. Это был сам Парабрама. Он пришел сюда, чтобы уничтожить твое ложное эго. Ты думаешь, что это ты победил демонов? Но это не так. Ты сделал это благодаря могуществу, которым наделил тебя Бхагаван. Эта сила не принадлежит тебе, она принадлежит Господу. Итак, это было далеко за до Лилы, до Говардхана Лилы. Именно в эту Двапара-югу пришел Кришна, он не приходит в каждую югу, в каждую Двапара-югу, и поэтому мы очень удачливы. А и также гора лила происходит крайне редко, не в каждую югу. А гора лила является полным объяснением Кришна лила. Если вы хотите понять напрямую, осознать Кришна лилу, у вас ничего не выйдет. Вам необходимо обратиться к лилам Гауранги. Он пришел сюда, чтобы прояснить, что такое раса лила, все лилы. Он объяснил, почему Кришна совершал лилы. Каждую лилу Кришна он объяснил. Итак, Индра время от времени склонен попадать под влияние гнева. Он не может совладать с собой. Возможно, вы помните историю, когда Кришна отправился в рай за цветком Париджатака. Индра разгневался. Как ты смеешь? Этот цветок принадлежит райским планетам. И он начал сражаться с Кришной. Он не мог вынести, что Кришна забирает цветок. То есть из-за какого-то цветка он начал сражение с Кришной. Итак, Индра Махарадж в очередной раз разгневался. Он в этот раз захотел разрушить Браджадхаму. Он наслал огромные-огромные тучи. Именно такие тучи, которые собираются на небе в момент разрушения мира. Разрушьте всю Браджадхаму. Затопите ее. И Браджаваси обратились к Кришне. Кришна, по твоему совету мы стали поклоняться Гирираджу. Но посмотри, что сейчас происходит. Что теперь делать?
Не переживайте, сказал Кришна. И когда Индра начал наступление, когда дождь хлынул, когда молнии сверкали, а гром ревел, что 12 лет назад в Бадринатхе Кедранатхе нечто подобное произошло, полное разрушение. Все было разрушено, храмы, все было разрушено. Тысячи людей умерли. Это места паломничества в Гималаях. Как будто бы стеной дождь лился. Все было разрушено. В конце концов, Кришна взял, поднял Гирирадж, ему было всего 7 лет на тот момент. И на протяжении 7 дней и ночей Кришна держал Гирирадж, а Индра изо всех сил старался разрушить Браджадхаму. 7 дней и 7 ночей. Дождь не прекращался. Кришна already told, no problem, I am going to hold on the Гирирадж Maharaj, all your cows and everything, all everything, Brajavasis taken settled. And miracle, no water coming there. Все приняли прибежище, все укрылись под Гирираджем, и никакая вода, вода совершенно не проникала под Гирирадж. There is long history, I don't like to speak. This way, actually, Krishna wanted to protect Brajadham. Таким образом, Кришна защитил Браджадхаму, и с Браджем ничего не случилось. В процессе Индра начал понимать, похоже, я совершил большую ошибку. Я думал, что Кришна обычный мальчик, но то, что он делает, поразительно. 7 дней он держал на мизинце своего пальца, своей руки, Гирирадж. Вначале он критиковал Кришну. У Кришны столько высокомерия, что он собрался остановить поклонение мне. Пандита манинам Кришнам мартам упасрито гупаме чакру априям. So many titles, speaking all rubbish. И он всячески оскорблял Кришну. Он называл его непослушный мальчишка, невежественный глупец. Он вообще не понимает, что делать и чего делать не стоит. А еще и возомнил себя пандитом. Мартам, material boy, Кришна мартам упасрито. Упасрито actually mean to take shelter, really so, but Кришна is small boy. Кришна is small boy, no? So, it seems it is absurd, because everybody, Nanda Baba, Yashoda Baba, they never think Кришна is our, Кришна is Supreme Lord. They always think Нанда и Нанда Баба и мама Яшода никогда всегда воспринимали Кришну как маленького мальчика. Несмотря на то, что они слышали от Гарга Муни, когда тот составил гороскоп Кришны, что
that this kind of appearances cannot stay. Follow. Like in water, boiling water, if you put one small piece on a very some В Брадже столько любви, что столько премы, что никакое величие, чувство величия не может там существовать. Как если кипит вода, то есть у Браджаваси нет никакого чувства почтения к Кришне, потому что там царит, у них царит мадхурья, према. И это настолько сильное чувство, что никакое ощущение величия не устоит рядом с ним. Во Врадже нет чувства величия, ощущения величия Кришны. Итак, Браджаваси порой замечает что-то необычное в Кришне. Как, например, порой он пил, как однажды он выпил огонь, когда горел лес. Он попросил всех закрыть глаза и выпил лесной пожар. А когда он... То есть он победил Калию, все это видели Браджаваси. Но все равно они воспринимали его как своего маленького сына. Кришнам мартам упасрито. They are going to obey. They are going to obey those foolish Brajavasis. They are going to obey the instruction of the small boy. Foolish. Индра говорил, эти глупые Браджаваси слушаются маленького Кришну, этого маленького мальчишку. Я хочу преподнести им урок. Бачалам, балисам, сабдам, агьям, пандитамам. So many rubbish things. Rubbish things speaking. But Saraswati is speaking all right. When Shishupal is speaking, there is no surety of your birth. Bejanma. In Bengali you say Bejanma. Who is your father, mother, no surety and a contaminated boy? Shishupal speaking, a contamination. Where from birth? Who is your father, mother? Шишупала оскорбляет Кришну. Кто твоя мать? Ты непонятно, кто тебя родил. Он говорил всякие пакости про Кришну. Но Сарасвати, Шудха Сарасвати говорила истину. То есть он говорил, он оскорблял Кришну. То есть, с одной стороны, он был прав, что кто может родить Бхагавана? Соответственно, Бхагаван просто являет лилу для того, чтобы мы могли поклоняться ему. Нарайана, к примеру, подобной лилы не являет. Кто является? Вот, у Нарайаны нет ни отца, ни матери. Но у Кришны есть. И это своего рода лила. Поэтому, когда Шишупала говорит, что непонятно, кто твоя мать, она так и есть. Поэтому в действительности Шишупала прав, когда говорит, что непонятно, кто твой отец, кто мать. Конечно же, Кришна принял Нанду Бабу и маму Ишоду как своих родителей. Тем не менее, с одной точки зрения это правильно. Who cannot control his speech. It's called bacha. Вачалан в переводе означает тот, кто не может контролировать свой язык, говорит всякую ерунду. И тут говорится о Индре, что он Бача карати алам ити бачалам.
Кришна говорит, тут говорится о Кришне, что он говорит абсолютную истину. А Балишан — это тот, кто не выражает никому почтение. Балиш означает невежественный. В этом мире нет никого, кто заслуживает почтения от Кришны, потому что Кришна — изначальный источник почтение, то есть хоть он и выражает почтение преданным, своим родителям, но в действительности Кришна — изначальная причина всех миров. Соответственно, кому Кришна может выражать свое почтение? Никому. То есть здесь перечисляются все оскорбления, который излагал Индра. И с одной стороны, это оскорбительные слова, а с другой стороны, они являются истиной. Слово «агья» означает «тот, кто», с одной стороны, означает невежественный, а с другой стороны, источник всего знания. Поэтому в Упанишадах сказано, что если мы познали Кришну, мы познали все. Обрести Кришну значит обрести все. And by knowing Krishna, there is no shortage of knowledge, all complete. Follow. This way. Пандита Манинам. Кришна действительно является пандитом. Марта Упашритам. И это тоже правда, потому что Кришна являет лилу подобно человеческой, человеческим играм. Любая лила, которую являл Кришна, Krishna not doing. Krishna is small, same. Trinavarta, all same. Krishna is same. But time to time, according to the desire of Yogamaya, Vishnu dare Krishna kare ususa. In Chaitanya Charitamrita you can find. It is written. Krishna never going to kill anybody. Сам Кришна в действительности никого не убивает, никого из демонов. Тем не менее, Вишну, который находится в Кришне, убивает демонов. Потому что убийство демонов не является обязанностью Кришны. Его задача, то есть его цель — просто играть на флейте и совершать игры с Браджаваси. Тем не менее, когда возникают такие препятствия, как демоны, их убивает именно Вишну. А Кришна в точности как человек. Именно поэтому и сладостна лила Кришна. Если Кришна берет в руки божественное оружие, то сладость проходит. Если он являет какие-то качества Господа, то есть сверхчеловека, сладость этой лилы теряется. Я вынужден перескакивать, потому что время выходит. В конце концов, Индра стал прощение у лотосных стоп Кришны, потому что он понял, что перед ним сам Верховный Господь. В противном случае не было бы возможно для него держать Гирадж Гавардхан и сделать так, чтобы с Авраджем ничего не произошло, несмотря на бесконечный ливень, который настал я.
Индра чувствовал себя очень виноватым, но в то же время он понимал, что Кришна наверняка очень разгневан на меня. Поэтому лучше я возьму с собой Сурабхи, Гомату, корову Сурабхи. И со мной, если она будет со мной, он смилостивится. В конце концов, Кришна стал давать наставление Индре. Больше не гордись. Если ты будешь делать это не кончится хорошо. Затем Индра стал возносить стотры. Я прочту одну-две. Вишуддха сатьям тава дхам сантьям тапу майам дхасто раджастамаскам майя майо айам гуносан прабаху навиддате те грхунану бандху кутону тад хетаву ишо тат критва лобхадайо же абудо линго бхаваха Татапи дандам Бхагаван Бивхарти Дхарамасу Гуптайр Халани Грахаю. You are all in all. You are present everywhere as a super soul. And time to time. Ты находишься в каждом как сверхдуша. Time to time you like to give punishment. Время от времени ты наказываешь тех, кто находится под влиянием ложного эго, кто проявляет гордость. Для того, чтобы защитить Бхагавата-дхарму, для того, чтобы защитить Атма-дхарму, Бхагавата-дхарму, ты возвращаешь в правильное русло тех, кто уклоняется из него. Лицемеров. Ты наставляешь на истинный путь. Сачанду патта дихаю, вишуддха гьяна муртайи, сарвасмай сарва живаю, сарва бхутатмане намаха. It's very nice actually. According to your own will. Because willpower is totally reserved with Krishna. Krishna is reserving willpower. Willpower is there. По желанию Кришны, лишь Кришна является тем, кто может желать. По желанию, по твоему желанию совершаются лилы. Ты предстаешь перед нами, но мы не можем узнать тебя. Ты причина всего. И ты присутствуешь в сердце каждого, как сверхдуша. Теперь нужно сделать заключение. Когда Индра Махарадж стал возносить молитвы Кришне, Кришна недолго злился на него. Он простил его, он был доволен. Става Индры была не так уж и велика. То есть очень быстро он удовлетворил Кришну. Но когда Брахма возносил ему ставы, Кришна никак не был доволен. Почему? Потому что
Все браджаваси хотели быть рядом с Кришной. Кришна порой уходил, то есть Кришна каждый день уходил пасти коров, тогда родители не могли видеть его. Когда Кришна находился дома, его не могли видеть гопи. Поэтому каждый из браджаваси хотел, искал возможности находиться с Кришной постоянно. И именно благодаря высокомерию Индры у них появилась такая возможность. Потому что они целую неделю были под холмом Говардхана все вместе. Радхарани, Лалита, Вишакха. Но то, что сделал Брахма, за это он на целый год разлучил браджаваси. На целый год он мальчиков-пастушков спрятал в пещере, и никто не мог понять. Только Баладевджи Махарадж, в конце концов, понял, что что-то не так. Но когда Брахма через год вернулся, он увидел, что Кришна распространил себя в форму мальчиков-пастушков, так что никто ничего не заметил. Итак, Индру Кришна простил просто, легко, а с Брахмой все было сложнее. Хантаям мадридабала харидас варжу ядрам кришна парасо нама кришна чарно парасо брамхандо. Very nice.